Это совок. На его широкой части загнуты края, чтобы мусор не высыпался. Это плита. На ней готовят еду. Это умывальник. В нем моют посуду. Это миска. В нее помещается много еды. Это венчик для взбивания. У него есть ручка. Это половник. У него длинная ручка. Это блюдце. Оно круглое. Это спички. Они лежат в коробочке. Это стакан. Он может разбиться. Это стол. Его делают из дерева. Это банка. В ней хранят еду. Это шкаф. Он сделан из дерева. Это салфетки. Они мягкие и легкие. Это ложка. У нее маленький черпачок, чтобы поместился в рот. Это поднос. На нем переносят посуду. Это холодильник. В нем лежит еда. Это хлебница. В ней хранят хлеб. Это кухонная доска. Она твердая. Это мясорубка, чтобы они были чистыми. Это стул. Его делают из дерева. Это кран. У него есть носик и ручки. Это полотенце. Им вытирают мокрые руки. Это чашка. Она может разбиться, если упадет. Это сахарница. У нее есть крышечка и ручки. Это скатерть. Скатертью застилают стол, когда садятся кушать. Это кастрюля. В ней варят суп или компот. Это мочалка. Она легкая и мягкая. Играем на кухне. Нажми мышкой на предмет. Мыло. Найди миску. 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 Неправильно. Найди миску. Правильно. Найди совок. Молодец. Покажи стул. Правильно. Где кастрюля? Умница. Найди чашку. Молодец. Где полотенце? Неправильно. Умница. Покажи чайник. Правильно. Покажи умывальник. Неправильно. Умница. Покажи, где потолок. Молодец. Покажи, где стены. Умница. Где холодильник? Умница. Покажи печку. Умница. Покажи веник. Подумай еще. Правильно. Найди мыло. Малыш, покажи, что стоит на столе. Умница. На столе стоит чашка. Малыш, покажи, что стоит между кастрюлей и чашкой. Умница. Между кастрюлей и чашкой стоит чайник. Малыш, покажи, что стоит под столом. Молодец. Под столом стоит ведро. Малыш, покажи, что стоит слева от стула. Правильно. Слева от стула стоит холодильник. Малыш, покажи, что стоит перед печкой. Правильно. Перед печкой лежит совок. Малыш, покажи, что находится возле кухонной доски. Неправильно. Правильно. Возле доски стоит хлебница.
Малыш, покажи, что висит на стене. Умница, на стене висит половник. Малыш, покажи, что находится слева от умывальника. Молодец, слева от умывальника